Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 и Черный Флаг. Мне пошли 28-я часть игры под названием Испытание на прочность. Я желаю всем приятного просмотра, лучшие мои офигенные друзья. Так, принять контракт, морские контракты. Вау, крутяк, друзья. Награда, охереть. Так, найдите английские корабли. Ух ты, круто, друзья. Классненько, блин. Это офигенная, друзья, игра. Я всем рекомендую в нее поиграть. Только что ссылку оставить не могу. После этого YouTube ругает. Я бы оставил бы на нее. Она реально классненькая. Охеренная. Да не-не, все нормально, спасибо. Вау, предыдущая миссия была, конечно, не такая уж интересная какая-то. Но это обещает быть интересной, друзья. Нам, правда, еще плыть, мы еще на вражеские корабли наткнемся, погосим их, чтобы галку улучшить, а? Очень классно. Так, по поводу костюма. Сейчас я быстро расскажу, а? Может, какой-то костюм другой замучу, а? Мы, ребята, рады, что я вернулся, что Эдвард вернулся на корабль. Их капитан, их вожак. Вау. Также не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк этому видео. Во! Кто новенький, я имею в виду. Мои друзья всегда поставят лайк, они молодцы. И классные комментарии напишут. Так, клинки. Клинков у меня, в принципе, новых нет. Пистолеты тоже. Поэтому одежда. Так. Это наша самая первая была одежда, что мы взяли. Так, какую же нам тут замутить, а? Плащ пирата. Так. Во. Черно-красный наряд пиратских капитанов. Вот это хочу. Я, конечно, пробовал его. Но это офигенный костюм. Реально мне нравится. А по поводу пистолетов, вот, на самом деле у него новых нет, типа самый топовый у меня стоит, вот он, по-моему, да, это самый топчик пока что, и лучше, как видите, пока не будет, вот, всякая фигня, только иди сюда, нужно получиться приобрести после выполнения всех морских контрактов, во, получится, когда все выполню, и когда завершу все морские контракты, я получу пистолет, класс, это на что? Даются за прохождение испытаний сообщества. А, это минус, жалко, друзья. Тем более, все говно. Потому что игра у меня не купленная. От скачана сторона-то. Вау, а костюм реально офигенный. Особенно эта палочка с тортиками идет. Фух, все, друзья, погнали. Нам наша цель найти испанский корабль, а. Вау. Капитан на вахте. Ага, отдавали. Ну, в принципе, реально, на самом деле, особо будет недалеко. Может быть, и в этой миссии еще на Китай наткнусь, хотя нет, скорее всего, на Китай еще будет рано, потому что мне надо будет улучшать, скорее всего, гарпун или лодку, ну, чтобы она выдержала, вы понимаете. Этого большого кита, он же кит, это, ёб твою мать. В общем, тяжелая. Если полезны ссылочки, друзья, вот в описании. Вот. Также ссылочки на моих классных друзей, на канал Роба, канал Антона, канал Лео Леопарда и канал Джокера будет тоже в описании. Они классные ребята, и снимали классные прикольненькие видеоролики. Единственное, кто пока точно не снимает, даже двое, ладненько, это Лео, ну, Леопард, он еще пока не знает, что ему делать, получается. Он все равно классный малый. И Рома. Рома снимает, потому что у него навернулась видеокарта. Я уже говорил в предыдущем видеоролике. Именно по этой игре и говорил. А вот Джокер и Антон снимают еще как. Много даже классных прикольненьких прохождений. Там кто-то в воде! Да я вижу. Сейчас быстренько спасу. Так, английский кораблик, а. Так, это получается не то. А, это Нептун. Ух ты, фрегат. Так, друзья, я себе, получается, давно еще заказал новую клавиатуру. Не помогли ее заказать, ну, добавили денег. И вот, друзья, вроде бы клавиатура не такая уж громкая. Конечно, ее по-любому слышно, но не так, как мою предыдущую. Там еще человек за бортом. И, походу, погода сейчас поменяется, скорее всего. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Так, это у нас не то. А, ну, в принципе, будет недалеко. Даже могу уже ускориться. Это у нас... Это вообще зарубка маленького уровня. Несерьезная. Ладно, давайте только их не будем. Наверное. Или будем. Я же говорю, погода поменяется. А я знал это. Ладно, друзья. Мы, как сказать, пираты, как-никак. Поэтому поимеем их, а. Вот прикольная штучка. Так. Подожди, навел. Во! Ну-ка, охереть, она действует круто, а. Я понял, охеренная фигня. Я просто недавно узнал, на какую кнопку эта штука нажимается. А, сейчас все будет, а. Ай-яй-яй, это вообще слабака. Все, просто изи. Да, офигенная водичка, друзья, охеренная. Поэтому, друзья, и боезапасов там очень мало, а.
Так. Ага, сейчас. Все, друзья. Просто изи. Разобрали этот кораблик 23 уровня. Или 28-го. И скорее всего будет 23-го. Бах-бах-бах. И все. Опа, еще один груз я забыл взять. Сейчас возьму. Опа, так, на абордаж. Есть. Так. Убейте команду врага. Ага, убейте вражеского капитана. Окей. Так, я думаю, что так постреляю, обычных людей. Да. Просто своих людей не терять не хочу, а капитана я потом лично убью. Так, 11. Опа, я капитана убил, блин, случайно. Ладненько. Опа, буквально 2 человека осталось, а. Зато я своих никого не потеряю. Так, ну-ка, ну-ка. Ой, охереть, Эдвард, круто. Это костюм реально идиота. Есть, друзья, я никого не потерял из своих друзей. Это круто, это классно. Сама по себе эта игра очень интересная, она реально классная, тут много испытаний, тут много, тут классный прикольный сюжет, тут классный прикольный герой, это Эдвард, вообще класс. Так, известность мы не будем понижать, так, галку чинить не нужно, поэтому отправим во форт. Фух, класс, и костюм реально Эдварду офигенно идет, в принципе, Эдварду все костюмы почти идут, да? Да, согласен с тобой, давали, согласен. Так, где же этот корабль испанский? Хотя, это не он. Опа! Великий, друзья, был корабль 23 уровня. Я был прав. Так, кого он гостит там? А, они между собой воюют, а? Так, у него дерево, ткани, тяжелый ядер, мортира. Ух ты! Ладненько, наша цель, в принципе, недалеко. Черт, этот корабль, а? Мои ребята молодцы, песни поют. Опа, еще человек за бортом, правда, опять не авторские права прилетят за песенку, а? Хотя... Это в игре песня поется, ведь я ничего не делаю. Я не могу выключить ее. Вау, класса. Спасибо вам всем, друзья, за вашу поддержку. Реально, вы хорошие ребята. Вот спасибо вам всем, что поддерживаете меня, что смотрите мои видеоролики, поддерживаете меня на стримах, пишите классные комментарии. Спасибо вам, друзья. Да я вижу, вижу, давали, что реально разбушевался. Так, где же вы, испанцы, а? А, англичане. Сори, сори. Где же вы? Так. Это камушек не то. А-а-а. Потопите английский. Вот. Ёб твою мать. Нихера себе. Я думал, я, ну так и знал, в принципе, что нелегко будет, а. Да уж, охереть. Какой уровень-то? А, ну хотя бы уровня нормального. Фух, друзья. Я уже пересрался, что будет где-то уровня 40-го. Так, сейчас, сейчас. Огонь! Ого, нихера себе, сколько сразу. Ого. Ого, ух ты! Все, друзья, так, ты быстро на абордаж? Охереть, видели, друзья? Блин, классные эти штучки. Жалко, забыл, как они называются, а. Просто полжизни этому кораблю с него. Охереть, а. Так, ну, тут далеко, зараза. Особо много не убью я, в принципе. Хотя, может, человек 5 постараюсь убить. А море реально разбушевалось, друзья. Посмотрите, реально, погодка изменилась. Сильный дождь, гроза. Пипец, друзья, это ужас, а. Не, в реальной жизни я такой погодой попасть бы не хотел бы, никаким образом, а. Сейчас я быстро их убью. Так, пока мои, как говорится, не высадились, а, ребята. Я легко могу их убить с пистолета, но не хочу, а. Хочу помахаться на саблях, а. Хочу показать, что Эдвард крут. Вау, вау, Эдвард реально крут, друзья. Он просто реально крут. Супер боец, супер пятый ассасин. А что, сука, капитан? Давай, 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 Эдвард, давай. Ай, молодца. Ай, я никого не потерял. Так, надо потопить. Значит, потопим этот корабль, а. Хуйков, конечно, чинить людей не нужно. Но нам нужно именно потопить корабль, а. Погодка реально ужасная. Кстати говоря, у нас тоже такая погода была. Починить галку. Даже, в принципе, даже и выбора нету, а. Фух. Надо будет потом боезапасы тех классных этих, блин, как там, артиллерийских ударов пополнить. Так, я назову их. Так. Так, вот они классненькие. Прям цель. Охереть. Смотрите, как они бахают, а. Охеренно. Прям почти всей жизни это имел, а. Сейчас, подожди, подожди, подождите, друзья. Подождите, друзья мои. Все-таки, друзья, я вовремя галку улучшал. До этого галку улучшил, не зря. Не зря, друзья, даже очень не зря. Так.
Так, ладно, поимеем их, а? Так что быть. А, все, поимели. Так, ой, зря. Так, сейчас быстренько спасем людей, а. А, да, во время шторма нельзя же это, ускоряться, а. А сейчас я им устрою кучку налево. Это вам не приз, сэр. Да нормально все отдавали, все хорошо. Все прекрасно. Ой, как тебе последний корабль остался, англичин. Блин, вот и даю, а. Ну, ребята, ну я балбес, а. Ну, конечно, русский я еще тот, а. Так, осталось немножечко, друзья. Совершенно немножечко. И мы сейчас их поимеем. Вау, фиасика прикольно полетели, а. Сейчас, друзья. А, теперь можно их потопить, да. Сейчас быстренько помахаю с ними, а. Конечно, могу просто корабль затопить их. Но я хочу именно их, как говорится, помахаться с ними, а. Показать, что Эдвард реально крут. И что ж с ним лучше не связываться, а. Это один из лучших, блин, ассасинов вот в данной серии игр про ассасинов, а. Реально, пятый ассасин, я так называю. Реально классный, а. И классный, реально интересный персонаж Эдвард. Просто раньше был плохим, все такое, а так он с каждой миссией, все такое, у меня в следующей компании он становится лучше, умнее, добрее, опытнее. Вообще прикольный боец. А, я хотел уже так их убить, а. Поэтому ладно, да. Я же не то сделал, а. Сейчас, друзья, все будет. Так, осталось пятерых убить, да? Давайте. Ты какая падла, а? Ай, прям горлышко ему, а. Так, теперь кто? Все-таки херовы, а. Эй, нифига, блин, насадил его, а, как Дэдпул, а. Было дело, когда Дэдпул так насадил одного мудня. Это было классно. Это такой прикольный фильм. Все, друзья, я опять никого не потерял. Это круто, друзья. Реально, а то обычно постоянно кого теряю. Блин, а тут никого. Класс. Так, добыча, металл. Ну, теперь галку. Ну, в принципе, даже выбора всего не было бы. Экипаж плюс 3 человека, металл 35 и дерево 25. Классненько. Только что ареалов не хватает, а? А так, может быть, материалов хватает, а ареалов нет. Может, сейчас погодка изменится, я не знаю, а? Так. Испытание на прочность. Блин, а прикольная была миссия, друзья. Реально классненько. Испытание. Морской контакт номер 13. Классненько. Надо бы потом морские контакты повыполнять. Чисто будет помутиться. Но это, думаю, где-то может 31-я миссия будет. Ну, либо в этой миссии нет. Чисто я именно эту миссию пройду. Сейчас что-нибудь еще сделаю и все. Испытание на прочность. Кстати, я живу, погодка поменяется, а? Я знал, друзья, что погода поменяется. Это круто. Да. Блин. Поворот. Быстренько. Во, классненько. Так, сейчас думаю, что еще замутить меня. Ну, сейчас одну миссию сделаю, не очень долгую в этой игре. Так, тут у нас что? Ух ты. Птит-каверн. Во, правильно посчитал. Так. Это у нас что? О, вражеский корабль. Тортуга. Так, склад полон. Вот сейчас, друзья, быстренько ограблю склад. И все. И завершу мою миссию под названием «Испытание на прочность». Сейчас быстренько доплыву. Сегодняшняя миссия, друзья, оказалась интересной, как я и говорил. Не, и очень коротенькая. Но в сравнении с моими другими миссиями. Хотя, может быть, ну, последними миссиями, которые я делал почти по часу, а. Во. Как же я кайфую, играя в эту игру. Честное слово, друзья, аж кайф, а. Пришлось работать, все вот игры играть, записывать. С каким кайфом и наслаждением я ее записываю. Реально кайф. Опа, еще человек за бортом. Ага, вижу. Ой. Так, как лучше тогда подплыть, а? Так, это у нас получится... типа мина. Старая мина, как говорится, а. Так, ладненько, мы тебя так обойдем. Сейчас быстренько склад замутим. Да я вижу, отдавали, но мы не боимся. У нас галка офигенная, правда, конечно, еще не топовая, но тем не менее, неплохая. Это мы получим сейчас их. Ага. Ну-ка. А, нехило мы их КП сняли, а. Ой, блин, это, скорее всего, мины задели, а. Охереть, а. Блин, тут корабли-то жесткие, а. Какого там не уровня? Сейчас, быстренько, друзья. Видите, у меня прям морские сражения. Ага. Блин. А будем это на абордаж брать. Ой, что-то голос меня немного поимелся. Ой, я не то использовал.
Сейчас, друзья, быстренько возьму, можно обордаж, а? Так, давайте разворачиваемся. Молодец, Эдвард, давай куда-то, куда-то. Прикольная такая скала, прям посередине стоит, такая классненькая, охеренная. Сейчас, друзья, их быстро на абордаж возьмем. Рыса, помахаемся с ними. Пойдем с классом Гави. Еще, может, Гави поимеем. И все, друзья, и завершим нашу миссию под названием «Испытание на прочность». Сейчас припаркуемся, чтобы было ближе. Опа, так. Ох, ты же 15 человек. Тут не могу, друзья, потерять моих людей. Поэтому лучше сначала так. Так. Есть, так, я убил офицеров, да? Так, и побольше, побольше вас будет, а? Во! Во! Молодец, Дима. Все, беги, беги, Дима. Так, давайте. Эй, какого? А мирных людей? Там вас и мирные были? Как откуда-то мирные? Быстрее, 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 Эдвард, давай, давай, давай. Там откуда реально мирные взялись-то, а? Я совершенно не понял, а? Ого, сука, у вас нихера себе, толпучий сук. Да вы что, охренели, что ли, а? Так, тут я уже сейчас использую пистолет, а? Мне кажется, я не успею их 15 человек убить, а? Вот это, сука, жирно, надо в первую очередь убивать, а? Ай, как Эдвард, молодца! Сдохни, тварь. Так, быстрей, быстрей, быстрей. Да ты херел, о-о-о! Люблю, как Эдвард так делает, а? Ах, что-то, друзья, они расслабились, а? Сука, сука, сейчас можно спасти. Ай, как я их, а? Так, последнего, последнего, последнего. Взять никого терять нельзя. Давай, Эдвард, давай. Это твое рождение. Ух, блин, никого не потерял. Сейчас думал, кого-то убьют из моих, а. Ух, блин. Хотя бы, может быть, в этой миссии я никого не потеряю, а. Нападая на эти корабли вражеские. Так, сейчас я галку, друзья, починю. Ну, в принципе, не должны быть еще известности. Нехай даже ее снижать, а. И уже попытаться схватить граблю. Не знаю, посмотрим. 28-я миссия, друзья. Интересная. Такая прикольненькая. Но не коротенькая. А я, в принципе, даже не хотел короткую делать. Ну, на 10 минут. Ну, если бы надо, было бы тупо, неинтересно. Сейчас, друзья, аккуратненько развернемся. Так, 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 так. Тут у нас, в принципе, груз. Я там вижу, там еще корабль, патруль. Но мы только их не будем. Дабы нафиг нам нужен. Если он спалит нас, мы поимеем его. Сейчас только груз возьмем аккуратненько. Ага, вижу, вижу. Так, сейчас теперь. И теперь по пуле, друзья, дальше. Ускоримся. Молодцы мы с вами. Красавчики. Данный ролик для тебя будет премьерой. Ну, в принципе, сами увидите, а. 28-ю часть. Так, 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 так. Все, друзья, можно припарковаться. Ой-ой-ой. Не так я сделал. Капитан. Вот. Так, и теперь вот так вот. Так, причали, друзья. Ай, молодец, Эдвард. Красавчик. Так. Опа. Стелла Майя. Точки обзора. Это вообще нихера не делала. Надеюсь, я обладателя ключа. А, друзья, мне еще придется махаться. Ух ты, чайки. Блин, все-таки, правда, интересная миссия. Сейчас я быстренько их кокснул, а. Ого, видели, видели, как это было? Так быстро, я даже сам не понял, а, что произошло. Класса. Так, обладателя ключа нужно найти, да? Так, у меня есть дротики, правда, их мало, да? А, снотворно только две. А, яд Берсерга 0. Жалко. Так, обладатель ключа. Блин, я по стелсу тут делать ничего не буду, а. Хочу просто помахаться. Единственное, что я кого убью по стелсу, это их. В смысле, втихаря. Ой, как классно. Ах, молодчина, сейчас может быть у них боезапасы. Опа, у них боезапасы есть. Классно, ну-ка, что я возьму у них, интересно, а. Может, я отберу серого? Так, а что я взял? Даже не знаю, что я взял у них. Ой-ой-ой. Ладненько, давайте. Ах ты зараза. Блин, 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 блин. Тварь. Так, мне вот эта бесючая тварь бесит, да? Сейчас, друзья, быстренько его. Ах, кокну. Хотя бы его усыплю, а помахаю с ними, а. Ух ты, суки, жирные-то, а. Я тоже так умею. Ах ты, сука, блин, что я делаю, да? Рождение. Сейчас погибну же, а. Ай, как я? Ай, сука, я тоже умею кидать гранаты. Правда, я кинул дымовые, но тем не менее. Я потом возьму фармит анимуса. Сейчас я быстренько
Под запасы возьму. Только не знаю, что даже что. А, я, получается, беру дымовухи. Блин, я думал, типа, ну, снотворное там. А, я с берсерга. Круто. Так, пускай своего гостит, как и будет классненько, друзья. Так, этот, сука, уже все проснется. Так, обратитель ключ. Это обычный чувак. Так. Опа-опа-опа, понеслась. А ну, кто кого убьет, а? Сейчас посмотрим, а. А, он все в итоге убил. Так, кого он пойдет убивать? Может, из этого... А, тот его застрелил, да? Своего убил. Ясненько. Ну, ладно, черт с тобой. Так, если допрыгну до тебя, мне просто интересно. Опа-опа, классненько, друзья. Сейчас я его кокну, а. Это, сука, бесючая, меня бесит стрелки, а. Так, где же тут... Водатель ключа. Где же ты, чувачок? Так, я уже почти всех поубивал. Ну, по крайней мере, в этой местности, а. Так, так, так. Так, там чуваки, тут, походу. А тут у нас кто? А там у нас... А, обезьянки у нас тут. Круто. Так. А, вон, скорее всего, была эти ключа. Наверное. Так, давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Во, не достает, да? Это же облом, да? Ладно, сейчас этого мы так убьем. О, стрелка, стрелка, друзья. Сейчас стрелок. Значит, и колокол. По-моему, колокол был, если я не ошибаюсь. Да, чтобы подмогу никто не вызывал, друзья. Мы так, опа, и оборвем. О, сундучок откроем. Так, а кого же там убьет, мне интересно. Ах ты, сука. Фух-фух, чуть не спалил меня. Хотя, теперь даже не боюсь его. А-ха-ха, он молодец, а. От красавчика. Сейчас возьму, друзья, ствол в руки. Так. Хрен тебе, сука. Я не подмогу вызвать. Так, его убили. Его, по-моему, убили, если не ошибаюсь, да? Классненько. Так, 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 друзья. Так, ушки. Тут... Вот нравится мне эта часть, честное слово, охеренная. Ах ты, а! И аккуратненько так положила. Вау, ну крутой пират-ассасин, ну что сказать, а? Так, это обладатель ключа. Где же он, блин? Зараза. Сейчас, друзья, быстренько возьмем все. Эти горелов мне уже почти 7 тысяч, друзья. Так, обладатель ключа, я что-то не вдупляю. Где он? Может, я его кокнул полюбас, это не он случайно ли? Я вроде бы всех кокнул, а, там еще двое осталось, а? Сейчас там еще и сундук есть. Сейчас, друзья, скорее всего, обладатель ключа находится там. Ава! Аккуратненько такой клиночек ему впихурил. В спину. От блина. Ну, честно, интересная игрушка. Ну, реально классно, прям реально кайфую, играю в эту игру. Так, где же ты, чувак? А, это не ты, с фонариком. А, там что-то еще местность есть, ничего себе. Блин. Я думал, покороче будет. Ну, посмотрите, маленький квадрат. Получается, блин, нихера себе квадрат. А, сундук, сундук потом возьмем, друзья. Спим. Хотя я, наверное, сразу возьму сундук лучше. В принципе. Или, да-да, сразу возьму сундук. Но, в принципе, не спешно так именно. Это, как сказать, сейчас сомулирую мысль. Ух, пройти задание. Опа-опа, класс, класс, молодец, Эдвард. Да, неспешно. А вот сундучок, это важно. А, привет. Так, а вот он и сундучок. Ну-ка. Так, а, тортуга. Тортуга, все правильно. Второй, получается, сундук из семи. Фрагмент анимуса я тоже сейчас возьму. Я просто хочу... Я сейчас возьму сразу. Так, каким образом нам тут нужно залезть? Так. Ах, так. Да. Ну так, тут я не залезу, да? Тут облом? Я подожди, тут могу залезть? Ага, раз два, да? Тут не залезу. Это же, блин. Так где я залезу? А тут могу залезть? Тут не могу залезть, да? Вот что как, друзья. А, вон оно что. Ух ты. Молодец, Эдвард, красавчика. Так, фармитанимус я взял. Сейчас я теперь пойду искать обладателя ключа. Точку обзора тоже надо будет в этой острове. Опа, друзья, концовочка будет, когда я сделаю точку обзора и спрыгну. Ну, постараюсь сделать концовочку такую. Да, так и будет. Это сейчас все, пойду уже. Резко этого дебила убью. Еще один фрагмент анимуса соберу. Он, в принципе, да, в конце и соберу его. Так, стрелок, стрелок. Ах ты, сука. А у меня такого ничего и нету, а. Паника, друзья, я не хочу, блин, построился играть.
Просто сейчас одну, сука, застрелю его. Во, сука, чтобы он не бесил меня. Так. Гребаный колокол. Ах ты, сука, давайте, сука, веселье. Я убил обладателя ключа. Ах ты, сучок, а. Давай, Эдвард, давай. Ах ты, тварь, а. Там еще подмога. О, прям голову проткнул. Блин, 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 беги, беги, Эдвард. Еще и сундук есть, а. Ты, сука, ты какая, а. Блин, по носу дал, зараза. Не вижу, как она по носу дает, а. Я, короче, тебя, сука, ты с топориком, а. Так, там все, только два человека осталось, а. Тут еще и сундуки, друзья, видите, до хера сундуков прям так близко, а. Круто, друзья. Так, третий сундук. Ага. Сейчас я колокол испорчу, а. Хотя, в принципе, даже если подмогу вызвали бы, я уже не боюсь. Ну, я их спокойнее убиваю, а. Потому что в других частях ассасина, это, получается, изгой. А, да? По-моему. Изгой и... Одиссей. Там уже не так легко убивать, как в этих частях. Ну, до этого всего. А тут нормально, друзья. Так уж трудно. Так, так, так. Сундук, сундук. Ты где? Сундучок. А, он, скорее всего, наверху находится, друзья. Так, фундамент на него стоялся в конце. Сейчас быстро этого дебила убью. Да я тебе показал, чё? А, пофиг с тобой. Давай, сука, давай. Молодец, Эдвард. Сейчас быстренько пойду. Добычу возьму. Заберусь на точку обзора. Да, прыгну и как говорится, завершу. А, сука, стрелок еще гребаный. Я даже не знал, что там стрелок есть, а. Сейчас я быстро сделаю перезарядку, а. Я хочу залезть за ним, а. Просто я стрелю его и все. Достал у меня, сука такая. Мудень тупой. Так, аляу-аляу. Маляу-маляу. Ха-ха. Ай, какой, а. Ай, Эдвард крутой. И вы, друзья, тоже крутые, как и Эдвард. Так, вы захватили груз, склад граблин, так, ого, дерево, металл, ткань, ром. Нехило так и поживились, мы нехило. Реал получается. Ага, подачи ром, сахар. А, понял, в порта, либо у себя в каюте капитан, в каюте капитан, чтобы получить 2400 реалов. Круто, класс. Так, это мы сделали. Сейчас пройдусь быстренько. Эдвард, не нужно было лезть. Пойду себе быстренько сделаю точку обзора. Вау. Люблю я так делать, а? Прыжки веры. Это честно, блин, я знаю, что я уже много раз сказал, что эта игра интересная, но реально классненькая, с открытым миром. Фига прикольненьких основных заданий, да фига прикольных дополнительных миссий, где можно получить прикольные пушки. Классный персонаж. Ну, блин, нет минусов у этой игры. Один только плюс лично для меня. Реально класс. Сейчас, так, сундучок у нас тут получается, да? Да, вот он сундучок, друзья. Так, сейчас, давайте. Молодец, сейчас быстро сделаю перезарядку, а. Класс. Ух, мне почти 8000 реалов, друзья. Круто, так. Теперь сейчас залезем. Оба-оба. Сейчас точечку обзора. Так. Ты где-то... О, так, куда лезть? А, вот что как. Ух ты, это орел был. Классно, классно полетел. И солнце так ярко светит, а. Давай, Эдвард, давай. Давай, сделай синхронизацию. Ух. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. 28-я часть под названием «Испытание на прочность» завершена. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока! А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось. We'll be right back.